В минувшую субботу в Таразе прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию на сей раз привезли крестьянские хозяйства из 10 районов области. Весь товар шел по сниженным ценам. Какие из них пользовались наибольшим спросом, выясняли наши корреспонденты. На сельскохозяйственной ярмарке жамбылские аграрии представили свыше 117 тонн продукции на общую сумму 52 миллиона тенге. Цены на реализуемую продукцию здесь установили в среднем на 10-12% ниже рыночных. К примеру, килограмм говядины стоит 1250 тенге, а конина по 1400 тенге. По словам организаторов, такие ярмарки планируют проводить до наступления холодов. Цены здесь стабильные. Особенно хорошие цены у продавцов с районов. Я сегодня купил лук по хорошей цене. Хотелось бы, чтобы такие ярмарки проводили чаще. Съехались на ярмарку фермеры и предприниматели из таких районов, как Меркенский, Шуйский, Сарысуйский, Курдайский, Жуалынский, Муинкумский и Жамбылский районы. Большим спросом у населения пользовался картофель. Привезенные 20 тонн раскупили всего за пару часов. Следующую субботу мы 30 тонн будем привозить. Это первая масштабная ярмарка, поэтому она так быстро. В следующем месяце нас спрос, как будет спрос, и будем так поставлять. У нас на случай, если резко подорожает по непонятным ценам картошка, мы закупили для СПК «Тараз» 500 тонн картошки закупили. По словам жителей областного центра, подобные ярмарки – хорошая возможность купить качественную плодово-овощную продукцию и натуральные продукты питания по приемлемым ценам. Но главное – вся продукция наша, отечественная, а значит вкусная и полезная, говорят покупатели. Теперь такие ярмарки будут проходить традиционно, каждую субботу и не только в Таразе, но и в каждом районном центре области. Валерий Татаренков, Ельнур Мухтаров, 77 News.